Здравствуйте! Вы смотрите канал компании «Фотопроцентр». И сегодня мы с вами рассмотрим штатив Gorilla для мобильных телефонов Joby GripTight Gorilla Pod Stand. Данное приспособление позволяет ставить ваши мобильные телефоны в труднодоступных местах, либо же можно использовать это как настольный штатив для мобильного телефона. Здесь имеется съемная площадка, что достаточно удобно, а также кронштейн, который фиксирует телефон и не дает ему выпасть. Давайте посмотрим на нее поближе. Для того, чтобы снять быстросъемную площадку, здесь нужно сначала отпустить предохранитель, потом нажать на клавишу и вытащить площадку. Здесь у нас винт 1/4 дюйма, который также подойдет для экшн-камер как вариант. Вы можете ставить их на штативы. С обратной стороны у нас гнездо под отвертку. Можно теперь перекрутиться к нашему держателю для самого телефона. В кронштейне для телефона есть гнездо под 1/4 дюйма, куда мы и вставим нашу площадку. Далее закрутим каким-нибудь тонким предметом. Теперь мы можем поставить это все на штатив. Возвращаем площадку на штатив. Слышим характерный щелчок. Возвращаем блокировку. И раскладываем фиксатор для телефона. Вот таким вот образом. Сюда он встает. Регулировка происходит от 69 до 99 мм. Такого размера телефона можно сюда вставить. Далее раскладываем шарнирные ножки. И можем уже поставить штатив на стол. Также можем за счет этих шарниров выставить нам самую неровную поверхность. Либо же зафиксироваться на каком-нибудь предмете. На каждом шарике, составляющем ножки, имеется резиновое кольцо, которое позволяет не соскальзывать нашему штативу. Зафиксируемся на телефоне. Например, вот так обогнем его. Вокруг центральную колонку. И упор вот таким образом. Теперь поставим телефон. Самый обыкновенный мобильный телефон, подходящий по размеру. У нас здесь вот пружинный фиксатор. Фиксируем телефон. Телефон не выскальзывает, все отлично стоит, замечательно. Также вы можете поставить таким образом экшн-камеру, если снимете крепление для телефона. Крайне удобное приспособление как для дома, так и для съемки каких-нибудь сцен. Например, селфи. Как вариант, на улице вы можете установить это на столб, нажать автоспуск на телефоне и подождать. Вы смотрели канал компании «Фотопроцентр». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые видеообзоры. Пока!